Посмотрим следующий квест. Нам нужно будет построить биржу, так как мы изучили соответствующую технологию банковской системы. Но на данный момент мы не сможем ее построить, потому что нужно дождаться окончания строительства текущего. На данный момент ускорение строительства стоит 5 имматериума, но мы не будем его тратить пока, припасем на будущее. Поэтому дождемся, когда останется менее 5 минут, и бесплатно ускорим. Склад построен, квест выполнен. Забираем за него награду. 100 химикатов, 100 материалов и 100 оборудования. Вот у нас увеличилось все. Соответственно, как бы мы построили склад, и теперь он нам дает большую вмещаемость ресурсов в нашем городе. То есть он дает максимум в городе плюс 500. Вот у нас показано, что максимум у нас теперь 3000. Было 2500, столица нам давала, сейчас 3000. Ну и в последующем можно будет делать апгрейд склада. Помимо того, что несколько складов можно построить, их три можно построить, нужно будет делать еще апгрейд склада. Чем выше уровень здания, тем больше ресурсов вмещается в городе. Но это в будущем будем делать. Сейчас будем придерживаться квеста, чтобы нам одновременно зарабатывать какие-то бонусы. Построим биржу. Для наглядности, когда мы выполнили какой-то очередной квест, когда появляется новый, то он помечается восклицательным знаком. То есть это означает то, что нам можно понять, что вот это вот новый квест. И мы читаем, что нужно для этого сделать, чтобы выполнить его. На ресурсной карте нужно улучшить 3 перерабатывающих комплекса, химические заводы, кибернетические фабрики, энергетических станций до 2 уровня. Входим на ресурсную карту и можем приступать к улучшению. Начнем с энергостанции, так как все-таки энергия – это основной ресурс. Не будет энергии, не будет всего остального. Первым делом будем улучшать их. Здесь пока у нас строится биржа. Итак, у нас остается менее 5 минут. Можем ускорить отсюда прямо, то есть не входя в здание, не здесь, а прямо так. Бесплатно написано ускорение. Все, биржа у нас построилась и миссия выполнена, квест выполнен. Забрали награду, появился новый квест. Напомню, что вот этот квест мы пока не можем выполнить. Нам нужно иметь определенную армию. А вот этот квест мы на данный момент выполняем. То есть мы строим по 3 перерабатывающих комплекса, химические заводы, кибернетические фабрики, а также энергостанции 2 уровня. На ресурсной карте это у нас происходит. Это требует определенного времени. Так, у нас появился новый квест, в котором нам нужно улучшить здание лабораторный комплекс до 3 уровня. Напомню, что в недавнем времени
мы уже сделали, улучшили лабораторный комплекс до второго уровня. Можем сейчас еще раз нажать на улучшить. Напомню, что улучшение здания лабораторный комплекс позволяет нам за то же самое время разрабатывать больше очков технологий.